сегодня мы посмотрим длинную модель. Ну, вот она. Вот. Та-дам! Это троллейбус ЗИУ-10, производитель Сельсова. И, конечно же, давайте его распакуем. Ну, так как у совы тугое качество открывания коробки, он шел без резинки и зеркала. Это был мелкий заводской брак. Сейчас распакую. У тебя был полсекунды. Да, вот так он выглядит. Необычный такой. Необычный. Спереди выглядит вот так. Вот так эта коробка. Ну, а наш видеоролик подошел к концу. Всем пока.